Просто некоторые министерства и вообще организации, которые все вот эти вот сборы делают, они, к сожалению, это делают в урочное время, поэтому, вероятно, иногда 1-2 дня в месяц придется все-таки по парам почувствовать. Но это не точно, опять же, и, вероятно, только очень-очень редко. Возможно, деканат пойдет на встречу. И все это будет официально. Если это будет официально принято по ВУЗу, то это и военная кафедра, и службы наши пожарные тоже подключатся. То есть это вопрос уже будет решаться, если это войдет в проект, который ВУЗ принят. Так, еще вопрос. Неужели такой хороший проект, что даже вопросов нет? Скорее, сложный. Бесспорно сложный, и для этого необходимо будет очень много усилий профессионалов. Профессионалов не вузовских, а привлечений. Поэтому, ребята, успехов вам в объединении, которое вы создаете, которое будет на правах студенческого объединения привлекать это объединение. Вместе с администрацией. Успехов.